Разъяснение изменений в налоговом законодательстве. Именно этой теме был посвящен региональный семинар по Западному Казахстану. В мероприятии приняли участие представители Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан. Кроме того, были приглашены представители бизнес-структур. В ходе семинара затрагивали ряд актуальных вопросов, в частности, применение онлайн-кассовых аппаратов. Это касается всех предпринимателей, кто работает с наличным расчетом. Исключение составляют лишь сельские округа, где нет интернета. Также в рамках семинара обсуждались актуальные вопросы по применению норм налогового законодательства. На 1 января 2020 года по посланию главы государства объявлена моратория. Моратория касается только микро-малого бизнеса. Вот. И второй вопрос изменения налогового законодательства по сроку исковой давности. Если на 1 января 2020 года была срок исковой давности 5 лет, на сегодняшний день срок исковой давности составляет 3 года, кроме работающих по контракту и недропользователей. Изменение для них это 5 лет остается.